эксцентриссимо. Дмитрию Медведеву подарили телефон. Отечественный полностью. Весь импорт из него выместили. Никакие иностранные сервисы в него не проникнут и ничего хозяина хакерам заграничным не отправят. На этом достижения нашего мобилостроения заканчиваются. Экран у новой игрушки Дмитрия Анатольевича небольшой. Памяти немного. Камера тоже не супер. Премьеру для Инстаграма даже вряд ли сгодится. Стоит аппарат 12 тысяч рублей. И это не может не радовать Медведева. Ведь подарки дороже 3000 российские чиновники должны отдавать в специальный подарочный фонд или выкупать, если будет желание. Дмитрий Анатольевич тоже дарит подарки, но придерживается классической формулы. Лучший подарок – это книга. Главе МВД Колоконцеву на день рождения преподнес книгу об охоте и рыбалке. Юная художница из Севастополя на выставку работ, которой премьер приехать не смог, получила в качестве компенсации альбом с фотографиями Медведева из путешествий. А вот однажды он решил отойти от золотого правила и подарил олимпийской чемпионке Алие Мустафиной автомобиль, не отечественный, даже BMW. Спортсменам забирать подарки не запрещено, но Мустафина медведевскую машину выставила на продажу. С книгой это вряд ли бы получилось. Эксцентриссимо.